20 минут. Нормально. Я сейчас подлечу через 2 минуты. Жилечу. Только. А я в тьме не танчу. Я потанчу. У кого-то там это. КД пусть выйдут и спать, потому что то там боссы-то убиты. Все, всем до завтра. Парни, подскажите, у вас вот смотрю, один есть на агро. Это как называется? Помен. Там просто сложность на спидгер стоит, там убиты боссы не были. Слушайте, там убито 3 из 4. Прикиньте, по-моему, это стоит. Надо выйти просто. Кто у нас где находится? Не все в этой гильдии, не вижу, кто где. Нужно выйти, если кто-то заходил. Вышли? Ну там больше никого вроде. Нет, они просто могут в Геймхейме сидеть. Если ты в Геймхейме. Если я посмотрю. А, да, в ТТГ кто-то был. Не в ТТГ, да. Из наших никого нету в Лунстах сейчас. Так. Вон, я уже нашел. Да я хиляю вас, просто ушел в ФК. В смысле, я тут? А, не, не беспокойся. Просто из-за тебя не получается в инст зайти. Ты в геймхэме, там сложность хэм, а мы в РС обычку идем. Все, Локи, залетайте сюда. Плюс отнешь потом. Как там вылетишь оттуда. Тут сидишь в инсте, чилишь. Мы тут в инст... Где вход? А, я думал, а, это влияет все. Но я был ранее уже. Да, это все влияет. Да, заходил. Да ничего страшного, прошел и прошел. Эта фигня в 20 тела закроется. Плюс уйти кто там. Ассистов дал, короче, 70. Че дадите пати, там эрдру или кто у него там есть? Давайте шкаф. Давай, кипаса. С хилов с мунем, да, начнем. Так, соломка сюда. Так, примерно. Два хила с умной, и все, начнем. Неси-ка принимаем. Зант. Ты че? Да я КВ доделал. Уже это не возвращаться, я уже заебался. Завтра у нас че? О, Мэтт Фокс пошли. Только тут имейте в виду, это с пятой пати хилам надо чешка кому-то три хиловская. Мастер пока. Нормал точно нет. Да, нам нужно с гером. Все, а пошли. Ходит куняда. Я хочу апокалы. Много чего хочешь. Пока вы нам. Чё? Говорил с вами. Я вот на вора хочу чешку, а. Например, то есть они не дают. Я не знаю, чешку много, а пока вы. Я маме пожалуюсь. Я скажу, блять, а вот, вот Слава вот не дает мне. Она придет, скажет, Слава, младшим надо уступать, ай-яй-яй. А можно квак по ханту? Я бы даже сказал, нужно. Ты бы еще сказал, сударь, а не соизволите ли вы кинуть кулак по ханту? Я только после таких слов вешаю, по-другому никак. Тут вообще ни на ком баф нет. Ни кулаков, о, каски появились. Так, ну... Там какие-то танки вообще есть? Что, можно покатить на оковах, да? Я не хочу слушать сейчас, я танчу трэш. Да, и надо убить трэш. Ну, то на дипона моб идет. Есть танки вообще какие-то? Бами там, да? Да? Хочешь, я зайду со танков? Там, чтобы понимали, ну, да, это вот так чисто, вот как с руками, только помягче. Вот есть такой моб, да, вот пробудитель, да? Вот видите, все видели. Ставлю на них метки. Вот они такой каз дают, взрывная волна. Он, короче, сбивается салом. Фером можно сбить. Вот смотри, сало дал. Этим.
либо тарелкой протопаловской, либо ДКшным самым фером локовским, брестовским. И станом еще сбивать. Если рывок дал в этот каст, то он, соответственно, не откинет миликов. А нам что надо? Нам миликов надо дамажить. Вот видишь, каст. И можно просто еще отойти, вот как звездочка показывает. Отошел, подошел. Вот, чтобы вы не летали, потому что вы когда отлетаете, вы еще скорость передвижения замедляется у вас. Ну, чтобы как-то выглядело это более профессионально со стороны, а то вот улетаете и вот так медленно идете, да? Представь, так включил медленный ход и такой ходишь, да, бьешь. Ну, медленно зачем-то. А, вот эту большую пачку. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Эти типы с мечами, они рассекающим бьют. Вон пробудители в первую очередь бейте. Сейчас еще мобы пойдут, вот эти вот кастующие. Пробудители возьмете, они там остались. Можете роги и милики подбежать возле звездочки вот этого побить. А тех РПДшники зовут. Хирургия-то тут. Хилер был, да? Ну, будьте пока в хилах. Давайте шкаф вспомним. Нет, хилю и хука. Да, тут. Я же там написал. Тыкайте. Давай, кто там? Дед Мороз или Дота, кто-то спекнитесь в третьего танка. Милики там, первая, вторая пати, сразу на коне сядьте, с пула куда-то разъедьтесь, между собой раньше 15 метров наберите. И подождите, пока метки кинутся. В центре вот этого кружка позиционируют эти хилы. РДД 30 метров от босса. Право, лево, сзади, спереди, где угодно. Только не отлетите в пачку другого трэша. Я по кругу буду водить. По минимуму. Копию. Кто там спекнулся? Дед Мороз, заберешь сзади моей копии. Ну, основного босса поведешь. Ну и бами последнюю заберешь. Поехали. Отсюда будем начинать милики. Можешь сюда подходить. Только из-под лица босса увидите. Я кладу к дереву, сюда подведу. Не надо к дереву. За, вот видишь, вот это я веду сюда, по вот этой окружности. Угу. Вот за мной поведешь. Только миликов не убей, кто-то там. В центре позиционируются РДД и хилы. Точно мне под лицом кто это стоит. А, бам. Сбоку встань. С правого плеча босса появляется копия. Ты последнюю забираешь. Сейчас там Дед Мороз должен стоять. Вот копия его. И два хапала. Перед 33% прожимайте бабу. Все, бьем. Идите, хорошенько.
И это. Слышишь, Дед Мороз, приведи это. Приведи так копию, потому что чтоб хилы хилили тебя и попадали по мне частицы. Потому что если ты будешь на миллион километров, вот да. Посмотри за этим, потому что. Вот, дал мне зыбку. Давайте баблы. Владимир. Чтобы вас не откинули, продолжили хилить. Вот вами забираю эту копию. Забрал вами? Не вижу. Забрал, все. Отводи в бок ее из центра, уведи. Все из-под лица копии вышли, и все, и просто бьем. Можно любую копию бить, там ТП одинаковые. Только смотрите, чтоб танк агро набрал. И все, и просто дальше еще набирайте это. Вот с отметки. Ну тут видно, люди частенько раньше набирали. Сразу бежим сюда к Савяне. Это хант. Да, я знаю, я знаю, да, знаю. Сика пойдет в это. Ты лагаешь там, нет? От тебя я умру, скорее всего. И тут что... у меня еще ботинки есть. А... Потому что ты бич. Что лагаешь? Да, шеф. Я не знаю, но типа вот, вот это вечером играли, нормально было. Сейчас все нормально. А вот именно на боссе вот у меня почему-то вот лаги. Меточки разбегаемся, из рейда вышли, и между собой тоже раньше. Вдвоем не стойте, там двойной урон получите. Вот, красава, рейд понес, конечно, метку. Еще никто не от него не отбежал. Так, сейчас бами с Дед Морозом лево-право там все выберите у Заритрина. Я на бусе поставил. Ну, завтра вся надежда на ту пачку. Не знаю, кто мне талант видать объединять гильдии. Все, заезжаем туда. Вот там лево-право разберите танки. Короче, после этого босса на Халиона падешь бами на НФХПАЛ, Инсика в ретрика. Немножко дурной этот босс. Проскользил немножко. Я знаю, как ты в тьме играешь, ты там не сдохнешь, не делаешь. Да, осталось немножко, что-то босса 3 минуты. Не слышно ни хрена, ты микрофон куда-то отвернул. Я говорю, да, это бами возьму и не отхилю. Я подумаю. Сика будь в хэпале, что боюсь.
Хотя можно Илья взять. Берегитесь. Так. Езжайте на ту сторону, босса не спульте. Петов уберите, не спульте, босс. Не спульте. А что, у вас фул? Нет, заходи. Сейчас зайду. RS-25. Я знаю, сейчас зайду. А есть что-нибудь? Рыбка там? Счастье будет, не беспокойся. На возвышенности. Чё-то я забыл. В цвету же нету трэша, да? Нету. Это же рыбочка. Я забыл уже. Ну что, нихуя. Сейчас зайду. А ты чё? Ты с ДК или за левым будешь? Шаманы зайду, конечно. А-а-а. Так. Блядь, постоянно тебя не слышно. О, здесь... О, вот Чезаро, нет, кажется. Так, ну давайте, значит. Слушай, лучше зара прыгай в ДЦ, короче. Да, будь в ДЦ. Во тьму, короче. Сейчас он вернет спекнется. ХП. Во тьму, короче. Кипаса, поставь шкаф, пожалуйста. Или. Вон. Или не отхилю, и бами. Меня в хапало, да? Да, да, прыгни в хапало. В тьме похилишь меня. Ну и давай. Ну и мордаунд. Кто со мной еще будет хилить тоже? Те, кто первая, вторая пати во тьме, и ты. Остальные все в этой. В свету, короче, Дед Мороз, ты будешь танчить. О, вот так вот. О. Четыре хила не слишком жирно будет. Нормально будет. Вдруг ты сдохнешь. Я не сдохну, я не умру. Да нет, это перекрестка. Ладушка, ты страхнул. Другие хилы умрут. Так, ну поднимай героя. Кулак Анту дайте. В принципе, нормально. Должно быть. Все, вот, короче. Первая, вторая пати, это полностью во тьме остаетесь. Третья, четвертая и пятая пати, это полностью в свету остаетесь. Давайте мы даже еще. Свету танчит, значит, Дед Мороз. Вот. Ты начинаешь. Мне крест не нужен, мне кулак нужен. Мне крест не нужен, мне нужна мана. Ты последующий раз хантует в ПМ, пиши, не надо это ночь лишний раз. Слав, дай краткий это... гайд, что делать. Гайд, это помолчи. Значит, Дед Мороз, ты же это босса танчил этого в обычке, нормально все? Слава, у тебя свет значительно сильнее. Ничего страшного. Давай во тьму прыгну, Слав. Надо будет, я скажу. Надо будет, я скажу. Третья, четвертая, пятая, свет. Ты, короче, я, короче, знаешь, начну, а то я не знаю, как ты начинаешь. Ну, начну, там потом после метеора пойдешь, заберешь. Я буду что-то спокойно заходить. Это, когда, это, проверку сейчас дам, вот сюда встаньте в квадрат, чтобы вы не были за линией. Все, проверка, принимайте. Значит, во тьме диспелит мордаунт непосредственно, остальные просто хилите, все четыре хила. Вот во тьме я танчу, и первая, вторая пати не дамажите. Вот, в свету танчит Дед Мороз, и пятая пати хилов хилит, остальные дамажат. Ну, если, короче, будет перекос, где-то до 40 опустите, ну, пойдет кто? Ну, Золоманыч пойдет прыгать туда-сюда. Все, проверка. Все готовы, дает отчет. Хотя, встань за линию, летят доты. Зайди. Ага, все, я пошел. Если я его поверну, не бегайте за ним. Треугольник, встаньте все, треугольник. Треугольник, идите. Подъебало, не стойте, сейчас он отдохнет на вас. Че там уйти забираем? Перебежали. Перебежали скорее. Убегайте, метеор, только в метеоре не стойте.
Че, 5 секунд? 2%, 2 секунды, 1%. Не успеваем, да, я понял. Перебегайте. Перебегайте, перебегайте. С треугольника. Заходите, с треугольника. Все, вот треугольники и стойте. Это. Кто там? Водикон. Поводырь. Побудь поводырем, вот тебе звезда. Взломайся. Так, двигаемся. Водикон назад немножко от босса. Сейчас лезвие будет вас догонять, потом переверну его. И проведу дальше. Еще сильнее. Назад от босса отойдите. В звезду встаньте, все. Ну, нормально. Дота, как дела? Звезду не видно. Грут вынеси. Грут выноси скорее. Выноси, выноси, выноси. Под морду не лезем, не лезем. Сейчас... Дерево, вернись. Уйди. Сейчас я дальше прокручу, чтобы у вас хвост встанил вместо лезвия. Этот, Зломаныч, тут останешься. Посмотрите звезду, сейчас лезвие через 2 секунды будет. Посмотрите звезду. Хирургия выноси. Хирургия вынеси. Вот так удобнее будет. Я тебя же метки стал, как я лезвие словил. Так вот. Потом у меток. Все, все, не надо ничего. Третья, четвертая пати, готовимся на выход. Третья, четвертая вышли. Только в дыхание не зайдите. Все, дыхание. Все, прошло дыхание. У вас есть, если что, гера в свету не будет. Кипаса, кипас, рассказывают. Соломка вынеси. Сначала ты вносишь метку, потом. Вы не видите, что ли? Ну. Вы не видите сбоку, сбоку босса стоять можете? Оставайся тут, короче, летят блюдо. Кто очень это? Инвайт, не отхилю. Бамми, хэпау. Я очень рад за вас. Угу. Ну сбоку просто стоять надо, ничего сложного. Метку до стены доносить. Что, блядь, диспелит? Мэтт Фокс. Мэтт Фокс. Метеор переносим. Сам себе диспель, Мэтт Фокс. Полтинник пока играем. А летят доты, зачем вышел? Беск Найт, в тьму заходи. В портал. Иди в портал, во тьме дамажить. Он зайдет, там метка взлета. В свету стопните дома. Ничего страшного. Ну а можешь это, БР отдать. Можешь заходить? Я займ, зайду во тьму. Свет бьем. Пока не заходи. Не заходить? Беск Найт спрашивает, не заходить? Нет, нет, пока не надо. Что? Вот сейчас можешь. Теперь заходи. Перебежали, метеор. Прыгай в другой и заходи. Угу. Все, я во тьме. Ну все, вставай сбоку, где ромбик, босс. Может, где Слав... дать? Нет еще. Слава, объеби в меня метку, Слава. Или кто там? Может. Жди, выноси. Давайте тьма сильнее. Я хиляю вас, выноси. Я геру нажал в тьму, ебашь. Метеор перебегаем. Под лицо не неси, кто это вот это блинкуется. Ну диспельтесь, ну. Тут в бок возвращайся. В лица есть еще конус дыхания 120 градусов, очень большой. Нет, те, кто померли, это вообще прям печально. Ну, бля, выноси. Да много раз сюда ходить перед Герой. Как-то босс построен. Пусть, может, непривычно. Надо было чуть-чуть правее стать. А я потом не получился. О, здравствуйте, двое брасов. Вообще, ебать. А там апокалы, блядь, ладно, нахуй. Я ебал того жизнь нахуй. Хочу апокалы. Так, тихо. Киньте ролл на апокалы, кому надо. Неси-ка, кто еще там. Дед Мороз. Yes, 86, блядь. Ну сука, дай мне Дед Мороз танк. Я видел, я все видел. А ты танк. Хил, ты холи пал, ничего да. Нет, у меня мейн. Дед Мороз, он фрост. Он фрост. Че, Дед Морозу закинем? Давай, Дед Мороз. Блядь, у меня ролл больше. А ты холи пал.
Тебе никто не поверит, Синтек, что ты Редрипер. У меня есть, смотрите, у меня даже кольцо. Да, это ладно, не мороси. Будешь по КД ходить, все полутаешь. Вот двое перчаток, двое запястья, вот это рольте, двое, кому надо вреди. У меня вот, блядь, шмотки. Вот ТГ троллейбой есть. Так. Этот, Эли, что насчет кипаса искаешь? Он же там учится только, да? Пока почилит, может? Пиздец. Ну, в принципе, у нас сегодня первый раз вроде, да, в рейде? Вот, если будет ходить, дальше просто ему что-нибудь тоже полезное дадим. Сейчас пока уступим. Не, а он постоянно. Сам что скажет? Кипасы тут нет, Диси. Ну, Диси, напиши что-нибудь. А, да, я здесь. Я просто думаю закинуть Лучезари и этому летят доты. Вот так думаю. Да, без проблем, без проблем. Если Лучезара не против уступить, я бы еще закинул, кто там... Соломка в свету, да, не знаю, сколько он там дамажил. Ну вот или соломки, или груту кому-то с них. Ну я, короче... Мне намного хуже. А, ну да. Параша, да. Ну вот Лучезари и Нитядут и заброшу, а там уже это самое... Сильно это... Не трагедию не делайте. Вот Нитядут и Лучезари. Просто там... приходите убивать у Герри. Да, все убьем. Видосы есть, все есть. Зубрили, сидели. Да мы и обычку убивали, я не пойму, как я умер. Я в метке вроде стоял. Такая, я не знаю, как лезвие меня достало. Вагоны. Ладно, это Милли говорит. Да, фишка такая интересная, что ты должен если ты в Милли играешь, то ты должен на максимальную ранжу